Один из самых простых способов не выходить из зоны комфорта — это повторять фразу «просто я такой есть». Потому что это не обязательно так. Вы можете быть кем угодно, кем хотите. Вы можете иметь то, что хотите, и можете избавляться от тех качеств, которые вам не нравятся. Так что давайте постукивать. Возьмите на себя ответственность за свое благосостояние. Подумайте о своем качестве, которое вам не нравится, но которое вы защищаете фразой «просто я такой есть». Можете оценить его по шкале от 0 до 10, насколько сильно вы верите, что вы такие и есть. Несмотря на то, что я просто такой есть, я решаю любить и принимать себя в любом случае. Несмотря на то, что я просто такой есть, я решаю любить и уважать себя в любом случае. Несмотря на то, что я просто такой есть, и я не идеальный, но я застрял в этом. Я был таким, сколько себя помню. И какой смысл мне себя сейчас менять? Неважно, чего бы это мне стоило. И несмотря на то, что я просто такой есть, я решаю глубоко и полностью любить, уважать и принимать себя. И каждого, кто помог убедить меня, будто я такой есть. Я просто такой есть. Я просто такой есть. Я не могу изменить эти свои черты. Даже если они мешают мне. Даже если я многое из-за них теряю. Что же я могу поделать? Просто я такой есть. И сколько мне это стоило за последние годы? Сколько возможностей я потерял? Из-за этой необходимости защищать свою личность. А когда это стало моей личностью? Я действительно был таким всю жизнь? Это что, генетическое? Что-то, что я не в силах изменить? Или просто я убедил себя, что это так? Может, мне просто безопасно, когда я защищаю эту часть себя? Может, я заслуживаю лучшего? Может, люди вокруг меня заслуживают лучшего? Вся эта необходимость оправдывать себя. Вся эта необходимость защищать эту часть своей личности. Вся эта нужда ограждать эту личность. Часть меня считает, что так безопаснее. И я убираю эту необходимость. Убираю необходимость защищать то, кем я был. Убираю необходимость придерживаться такого понятия. Глубоко во мне есть что-то более сильное, что-то более любящее, что-то более подходящее моим желаниям. Я убираю все то, что мешает мне. Я убираю необходимость защищать то, что не получается.
Потому что я не такой. Я не застрял. Я не такой. Я могу менять свои черты характера. Я могу быть тем, кем захочу. На самом деле, я просто прекрасен. Я действительно великолепен. Вот какой я. Я убираю все, что мешает мне думать так. Может быть, мне эти качества были нужны в определенный момент. Может, они помогали мне оставаться в безопасности. Но больше я в них не нуждаюсь. Мне нужно придерживаться этой части своей личности. Я решаю любить и признавать то, что скрыто под ней. И я заслуживаю лучшего. Я с любовью освобождаю себя в теле, разуме и духе. Сделайте глубокий вдох. Подарите себе свободу быть тем, кем вы действительно хотите быть. Спасибо.